Доброе утро, друзья! Сегодня готовлю картофельный салатик и добавлю вот к нему продукты, которые есть. Отварила картофель, порезала кубиком, отварила морковочку, сейчас почищу, тоже порежу мелким кубиком. Луковичку порезала, залила маринадом уксус, вода, соль, сахар. Вот стоит пока. Яйца сейчас почищу, нарежу мелким кубиком. И огурчики соленые тоже сейчас порежу и добавлю в салатик. Нарезала яйца в салатик. Морковочку. Соленые огурчики. Сейчас с лучка солью маринад и добавлю в салат кетчуп. Соединила все ингредиенты. Сейчас заправлю салат майонезом. Вымешала салатик и добавлю такие для остроты смесь перца. Вот такой очень вкусный овощной салатик получился. Пробуйте, готовьте. Приятного всем аппетита!